не мутировал спать вилу, как бы он не научился скользать от антител, которые крепятся на эти эпитопы, наши ветки, наши защитники, натуральные киллеры, да, Т-лимфоциты по-прежнему обладают высоким эффектом против этого коронавируса. Поэтому вакцина в любом случае работает. Детей последствия новой коронавирусной инфекции будут известны только через 2-3 года. Дети, перенесшие полгода назад новую коронавирусную инфекцию, по-прежнему некоторые из них остаются астеничны, появляются проблемы с сердечно-сосудистой системой.